Чувашия – это моя республика. Я счастлива, что у нас сегодня создаются все условия для того, чтобы дети росли здоровыми, а взрослые могли укреплять и поддерживать свое здоровье. Мои коллеги из других регионов просто завидуют, что у нас в республике так много внимания уделяется пропаганде здорового образа жизни. Открываются новые бассейны, спортивные комплексы, появляются новые возможности для заботы о жителях Чувашии. Чувашия – это моя республика.